28 августа 2024 год. Поздравляю меня с 50-летием. Спасибо за подарок. Вот этот нефтеперерабатывающий нефтеналивную эту станцию. Долбанули сегодня под Ростовом. Приятно, но хотелось мост. 50 лет все-таки не шутка. А вообще и 40 своих лет я встречал в АТО. Да и 50 встречаю в ВСУ, тоже мобилизованы. Давайте уже что-то с этим Рашкастаном сделаем, уже такое капитальное, чтобы никто за него не вспоминал, как, я не знаю, как за Трою, долго и нудно. По поводу Покровска, не переживайте, дойти дойдут, взять не возьмут. Но это мое личное мнение, гражданские оттуда лучше уходите, и давно уже пора, честно говоря. Не испытывайте судьбу, понимаете? А насчет того, что когда это все закончится, я говорю, что в 25-м году с 90% вероятностью, если все будет идти как идет, наши ресурсы идут вверх, российские ресурсы идут вниз, начиная от личного состава и заканчивая техникой и вооружением. Не колотитесь, не паникуйте, хуже всего было в 22-м году. Сейчас все только нарастает, набираемся силы, набираемся опыта, набираемся вооружений, делаем свои ракеты, там, Нептуны, Сапсаны, блин, нафиг, Гром-2 там и так далее, правда? Баллистику вот уже начали делать поляницу. Все будет хорошо, ребятки. Осталось немножко подождать. Есть даже какая-то вероятность, что уже в этом году грабанется эта мудорашка, блин. Если этого плешивого гнома кто-то табакеркой оприходует. Ну или шарфиком, там, не знаю, даст покататься на качельках. Все, ребятки. Все будет Украина. Не переймайтесь.